Ты начала хорошо, а потом что-то сюда, что-то сюда, но стояла на месте. Значит, в конце не очень хорошо. Оценка чисто ушла. Выходит Михаила, уходит Жасмина, выходит. Аделина, пожалуйста. Мы тебя ждем. Аделина, мы тебя ждем. Жасмина, чем? Чем ты употали? Вот это называется. Потами. Так, приготовились. Сами считаете, упал, продолжаете считать. Батюшка! Выше надо никому чуть-чуть. Чем ты пишешь? Хорошо, что там был мягкий мяч. Кто? Мате? Значит, тебе. Близко, вроде этот паспорт. А что за что? Тебе три. Вот присели. Боец. Туда и туда. Вот посмотрим. Готовы? Хаджуме. Вот тут твой. Thank you.
поняла больше. Это на живот, правильно? Еле на живот. Поняла больше. Нет. По лбу не заположить. А как лечь на живот? Кукате. Кукат фигурка. Да? В общем, кукат фигурка еще, значит, легли на живот. Значит так. Девочки. Так. Пятрич, сюда. Скажи, пожалуйста, мама есть? Да. Твой там назад? Нет. А кто твой? А как ты? Откуда ты? Бабушка. Бабушка. Бабушка? Сейчас представляешь, бабушка несет там, да? 5 килограмм, да? 3 килограмма перца, да? 5 помидор. Бабушка несет. А вы дома сидите, да? Пятрич. Бабушка попарит, а ты не можешь 5 раз отжаться. А бабушка арбуз несет 5 килограмм. Я офигеешь. Ты же тоже будешь бабушка. Тоже будешь носить. Поэтому ты завтра сидишь. У тебя будет семья. Все будет здесь. А его надо носить. Да, он плачет. О-о-о-о-о. Ну что будет носить? Маленькие дети привыкают к маме, и то вслед ну, за ней папу слетают. Это не будет же папу крышку кормить, правильно? Ну, он работает, поэтому они, когда папа берет, они начинают еще больше кушать. Поэтому до 2 лет ты будешь его носить и это, а если будет тебя ручки складывать, то я как голова болит, а раз голова болит, и головки не сделаешь, и ты будешь покушать, муж идет, будет голодный, будет злой, и уйдет от тебя. Да, потому что сегодня просто тихо готовишься. А, молодец. Молодец. Еще раз. Быть обязательно сильным. Эй, зачем вам нужно быть сильным? Кто сильный? Тому на уроках учиться не надо. Он сильный. Он послушал, все запомнил. А кто слабый? Приходит к дому учить. Так, сейчас я даю. Дай мне мяч. Дай мне. Сейчас, Валерий, я вам показываю. Да. Еще раз. Тревой. Тут тревой Джош. Еще раз. Вот. Раз. Опять место не сходит. Опять раз. 2, 3. Ты отсюда. 1, 2, 3. Останавливаем. Или уровой, или доль, или три. Больше не надо. Еще раз. 1. Уходит мяч. Вот, например, да? 1 уходит. Возьмите его еще раз. 1 уходит. Ага. Пока, видите, я не развязался, поэтому мне тяжело. Уходит. 1. Уходит. Значит, надоело. Физик. 1, 2, 3. Ценит. Девочкам, да? Так, вон возьми мешок. Дай девочкам мяч. Нет. Быстрее. Раз каждому дал. Все, давай следующему. Все, встали, пошли. Лицом ко мне. 3 сверху, 3 снизу. Пошли, Аделина, не сиди. Пошли. Иди сюда. Налезь сюда. Бегом. Бегом. Дай. Все, у меня мяча нет. Вон мячи. Thank you.
Аделина и Руслана. Геру. Сколько делать? О, как? Ты сколько раз делал сверху снизу? Ноль. Я задание неправильно дал. Посмотрели мне, где отличие. Да. Один раз вверху, один раз внизу. Раз, 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 раз. Готовы? Yeah.
Ксения Александровна погрела, чтобы Юлия Александровна, чтобы директор поверил, чтобы жена поверила, так надо врать. Честно надо врать. А ты, Комаров, скакалка прыгает, голова не болит, теннис играет, не болит, волейбол не болит, отжимается, не болит. Врём. Так, хорошо. Сейчас. Последнее упражнение. Правильно, Лиза. Молодец. Вот я вижу, ты готов. Еще раз. Где чего дрябки? Стынга-дрябки. Thank you.
Сейчас не пей воду, есть это Беатриса. Она старая уже была. Этот, как его? Какие классы? Григорий, прости его, в каком классе?